Всем привет, друзья! Поставьте плюс в чат, если меня нормально слышно. Отлично. Теперь разверните вот здесь презентацию на весь экран, чтобы вы видели все, что я буду делать. В этом вебинаре я покажу вам еще один способ заработка для начинающих, где мы будем рассылать обычные SMS-сообщения и получать прибыль за отправку этих SMS. Весь процесс рассылки, если его делать вручную, занимает много времени, поэтому я многое упрощу и прямо сейчас покажу, как с нуля все настроить максимально быстро и запустить рассылку за 10-15 минут. Итак, начнем. Для начала зарегистрируйтесь на сервисе SMS-рассылок. У меня уже есть аккаунт, и я авторизуюсь. Адрес этого сайта я выложу в статье вместе с записью этого вебинара. Этот сервис также является и рекламной площадкой, что значительно упрощает нам работу. После регистрации вы попадаете в личный кабинет, где справа есть список рекламных объявлений, а слева само подключение сим-карт. В разделе «Привязать сервис» выберите сайт с надписью «Рекомендуем» и нажмите «Привязать». Такие сервисы всегда наиболее стабильно работают. Мы попадаем на сервис по продажам сим-карт. И здесь нажимаем «Интеграция» или «Привязка» и выбираем наш сервис рассылок. Все, теперь все сим-карты, которые могут быть нам доступны, будут показываться прямо на нашем сайте. Теперь я приобрету сим-карту с лимитом в 10 000 SMS. Советую начинать рассылку с меньших объемов. Для оплаты использую Яндекс.Деньги. Так, отлично. После покупки выбираю сим-карту. Теперь нужно выбрать 2-3 объявления, где параметры CTR и средняя цена самые высокие. От этого зависит, сколько мы получим с нашей рассылки. Нажимаем «Запустить» и видим, что началась рассылка сообщений. Сейчас подождем, когда рассылка полностью закончится. Рассылка закончилась. Отправлено 8694 SMS. Баланс обновился и получилось 8617 рублей. То есть около 2500 с одной рассылки. Не так много, но если у вас из такой рассылки вышло больше 3000-4000, значит IP-адрес не попал в частичный бан. Поэтому спокойно можете продолжить рассылать и до лимита в 80000 SMS. У меня было отправлено 8694 SMS, потому что часть SMS попадает в спам. И после таких рассылок через время блокируются сим-карты. Поэтому по ним и ставят безопасные лимиты, чтобы симки сразу не блочились. Зайду в раздел «Вывод средств», выбираю свой кошелек для вывода и нажимаю «Заказать выплату». Как видите, выплата заказана. Перейду в Яндекс.Кошелек, который указывал при выводе средств.
Сейчас обновлю страницу. Выплата приходит не моментально. Как видите, выплата пришла. А вот, кстати, сколько я вывел вчера за две рассылки. Рекомендую заказывать выплаты на электронные кошельки, так как деньги на них приходят быстро. Вот, собственно, и все. Мы привязали сервис по продаже сим-карт, активировали симку, запустили рассылку и получили прибыль. Каждый день пробуйте разослать максимальный смс и делайте небольшие перерывы. Например, разослать все, что можно, и на следующий день ничего не рассылать. Так вы заработаете значительно больше. Можно, конечно, получить еще больше, если вы как рекламодатель правильно настроите рекламную кампанию. Но этот вебинар я провел для новичков, чтобы показать, насколько быстро можно получить первую прибыль. Думаю, уже можете начинать зарабатывать. Но не всегда получается разослать больше 30-50 тысяч смс, так как IP-адрес будет постоянно блокироваться провайдерами. И очень часто из-за этого невозможно купить сим-карты. В таком случае подождите час-два и попытайтесь повторить все действия. Ведь иногда не обязательно ждать день-два. В целом сервис работает отлично, и выплаты приходят вовремя. Спасибо всем за внимание. Запись вебинара скину в статье на сайте в разделе актуальных методов. Желаю всем профита. До скорых встреч!